В парке «Наташинские пруды» состоялось торжественное открытие роллер-дрома. Площадку для массового катания построили на месте ледового катка. Новый спортивный объект в первый же день стал местом притяжения жителей городского округа. Подробнее расскажет наш корреспондент. Право первыми опробовать новый роллер-дром получили профессионалы и спортсмены. Фигуристы Московской областной федерации роллер-спорта, а также призеры чемпионата России и мира показали зрителям свои лучшие номера. Качеством площадки остались довольны. Он хорошо скользит. Я планирую сюда ходить. Мне очень понравилось. Я готова сюда ходить. Приходить на роллер-дром могут не только спортсмены, но и все любители катания на роликах. Ограничений по возрасту нет, вход на площадку свободный. Самое главное при себе иметь ролики и защиту. Наколенники, налокотники и шлем. Это единственное требование. Проката пока нет, прокат планируется чуть позже. Ну, в ближайшее время тоже. На открытие роллер-дрома пришли в основном юные жители городского округа. Кроме нового спортивного объекта, их ждал еще один подарок, а точнее сюрприз – бесплатное мороженое. Я всем пожелаю хорошего настроения. Впереди лето, сегодня замечательный такой солнечный, теплый день. Получайте удовольствие, наслаждайтесь спортом. Спорт – это здоровье, спорт – это настроение, спорт – это развитие. Спорт – это воля. Роллер-дром работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Кроме массовых катаний, здесь будут проводить различные мероприятия и мастер-классы. Планируется открытие бесплатных спортивных секций. В летнем режиме многофункциональная площадка будет принимать посетителей до октября. Затем она снова преобразится в ледовый каток. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.